Что, пацаны, четкая музон. Видать, не вышло. А? Ну да. Вообще по-пацански, короче, это. Пацаны, поехали, короче, на медах. Бабла подниму, нормально, отвечаю. Ну, я думаю, сейчас поднимем бабло. Давай, ништяк будет. Чё, как думаешь, сколько твоя жизнь стоит? Моя жизнь, братан, поверишь, всего за 6 часов еще ничего не застоила, короче. Ценности не приобрела. Ну, 6 часов, грубо говоря, на данном острове, короче. Из 1600 часов на другом. Может, имя мое что-нибудь вам чиркается, дела маляву пацаны кидали когда-нибудь. А, парни? Мы не знаем, кто ты такой. Да знаешь, нам не особо интересно. А вот это, братан, зря. Почему же зря? Слушай, иногда нужно знать своих друзей будущих в лицо. Ты мой будущий друг? А с чего ты взял? Ты, по-моему, себе слишком хорошего мнения. О ком я хорошее мнение? Ну, о себе и о твоих возможностях. Почему, пацаны, я о вас хорошее мнение? Ну, ты вообще в курсе, что мы... Я в курсе, кто вы. Я в канале жду там кого-то там. А? Ты в курсе, кто я? Да. И кто же я? Хорошие парни, которых мало кто любит на острове. Я отвечаю, кричат, что беспредельщики, короче, жесткие, короче. Ну, типа кипарей наказывают, скажу. Там, блядь, вообще жизни проходу пацанам там леву не дают, короче, там зашкваренным всяким. Что, правильно люди говорят или как? Хорошо. Правильно люди говорят, как? Ну, ты, походу, нашу политику вообще не знаешь. Ну, как не знаешь? Узнавал за всех. Ну, политику нашего движения ты, походу, не знаешь. А куда мы едем или куда ваша партия стремится? Куда вообще партия стремится? Партия стремится в светлое будущее, как у всех. Просто не все могут вступить в завтрашний день. А ты хочешь купить завтрашний день? Слушай, братан, купить я хочу. Кредит дай, я его куплю. Сотку накинь. Ну можно же добиться. Зачем кредиты? Зачем все брать? Можно же добиться. Ты подай вперед получше. Вот ты мне сейчас на туре сотку даешь денег. Я там, допустим, проебался, да, там через 3 дня тебе денег не вкинул, короче. Ты приходишь с пацанами такие четкие, короче, и прям начинаете там пальчики, там утюжки, все дела мутить, короче. Ну как на родине я всегда делал. Чё, я вас буду учить? У меня есть другое предложение. У меня есть другое предложение. Ну, у нас свободная вакансия появилась. Какая вакансия? Работать с нами. Работать с вами? Слушай, пацаны, отвечаю, предложение уже за день было нормально. Я пока раздумываю. Я как бы здесь вам в помощь. Смотрю хороших, красивых пацанов, которые нормально, правильно живут, короче, грамотно разговаривают, короче, вот так вот. Как бы типа сверху поставленный смотрящий. Видишь, блядь, даже телефон никому не цинкую, как бы смысла не вижу. Тихо, тихо. Хуя ты в натуре Копперфильд, блядь, ты как это сделал? Ты в натуре, у тебя брат Копперфильд, братан. Какая интересная конструкция базы, а где вход другой основной? Или это не база? Короче, смотри, снайпер. Давай,
чем заниматься здесь будешь на острове? Слушай, я пока присматриваюсь, подожди. Я пока присматриваюсь, короче, здесь ко всем, я же говорю, я за всех пробиваю, чё, кого, кто чем дышит, короче, это, узнаю. Тут, при том, пацанов сейчас подтяну, там, пару бойцов, короче, 5 человек. Вот, как бы, ну, они уже подтянуты, просто пока еще не прилетели на остров. Вот, сейчас подумаем, посмотрим, присмотримся, короче, кто с кем, кто зашкварен, кто нет. А, нихуя, вот у вас здесь щель в базу. Братан, это не убьет нас с тобой? Вот этот дрын, короче. Блять, такую детку царапаю. Блять. Да ты можешь не закрывать тачку, я не спизжу, не убегу никуда. Привычка такая. Не, привычки дело хорошо, конечно. Но людям надо доверять иногда. Видишь же, пацан нормально едет, нормально, без понтов, все четко ведет себя. Пацан как бы с гор. Снайпер. Оу. Так чем здесь будешь заниматься в будущем? Ты так и не ответил на вопрос. В будущем это вот, понимаешь, еще ожидает впереди. Как жизнь тут на путь истинный поставить? На хорошие и благие дела людям помогать, это одна история, короче. На плохие, блядь, другая история. Братан, отвечаю, пока не знаю, как мазь покажет, короче. А сам бы чем хотел? Планы, я точно это, торговлей, блядь, там обычными, этой медью, солью, короче, пускай зашкваренные занимаются, как бы. Не по понятиям, пацанам нормальным работать руками. Есть что, ну, понимаешь, у нас есть, есть такой, что, кого там, у нас есть такое понятие, мы работаем, нет-нет, ночами. Мы работаем сразу на большие суммы. Как бы, пацаны, отвечаю, стволы там недорогие, нормальные, четкие, короче, чисто с воинской части, в смазочке, короче, без номерочков. Вот такие дела меня интересуют, там каляши, шмаляши, как бы, там американская хуйня нахуй не нужна, короче. У меня дед воевал, короче, в Афгане, блядь, нормальным калашом, блядь. Мой отец воевал, короче, я немножко там пострелял туда-сюда, короче, пришлось уехать. Так ты не ответил на вопрос. Я ж тебе сказал, что стволики меня интересуют нормальные, по нормальной цене для пацанов. Ты мне сказал, что тебя интересует, а я у тебя спрашивал немножко другое. Чем заниматься? Вот я тебя слушал. Да, чем ты заниматься будешь? Братан, я ж тебе, блядь, песню пою в уши, ты прям чё, меня совсем не слышишь? Я говорю, стволы, блядь, ты думаешь, мне они нужны? Я себе один калашик приватизирую. Ты хочешь этим, оружием торговать, да? Слушай, братан, ты как в натуре прям в воду глядишь, а? Только нормальными стволами. У нас не приветствуется торговля оружием. Тем более кепкой. А с чего ты взял, что кепка? Где там кепка? Тебе найдет там 30 рублей, блядь, на нормальный автомат, пулемет. Он в жизни, блядь, такие... Два захода, и она нашла. А? Два захода, и у кепки появится 30 тысяч. Да он, ебать, пойдет себе на какую-нибудь там ламбу себе копить, там на Порше, короче, на такие тачки пижонские, прям фраерские, блядь. Отвечаю, что, блядь, первый день живу, что ли? Вот нормальные пацаны ездят. Не, ты пацаны на этом сервере ездят, пока ты не знаешь, подожди. На этом сервере у нас, да, грузы перевозки. Не произноси это слово, пожалуйста, при мне. Хорошо? Нет, подожди. Не произноси. Вот ты говоришь кепка, да, где мой бар? Я не говорю, Кинда-остров. Я говорю, зашкваренные, блядь, братан, ты вот зачем портишь? Позвони по телефону, ты с пацанам спроси, чтоб они тебе рассказали по чё. Окей, снайпер, слушай, что-то у меня голос твой знакомый. Ты на каком острове раньше жил? Слушай, остров такой, может, слышал это, Экстремоу. А, все, я понял. Лично, наверное. Говорю же, голос знакомый, да. Ну
говорю, пацан нормальный, как бы за мной нормальные дела всегда были, как бы вообще плохих слов никто не скажет, говорю, отвечаю. Как бы я там живу, как бы прописка там осталась, все дела. И как там? Да там нормально все, как бы. Там ровно живу уже, спокойно. Скучно просто стало. Видишь, пацанам приехал к нормальным, с новыми людьми познакомиться, пообщаться, контакты наладить, туда-си, сюда-си, как бы. Понимаешь, на вашем острове стволы чуток подешевле будут. Как бы, а если по опту, то вообще мне сказка будет. Там вообще, понимаешь, ствол, блядь, лямами в натуре отвечаю, меряется. А тут там 30-40 косарей вообще ни о чем. Ну можешь мне не рассказывать, меня с острова депортировало, точнее заставило покинуть остров. Такая вредина, ну по-любому я в курсе, знаю, да? Знаю, конечно, знаем эту красавицу, в кавычках. Вот, короче, ну, это... Да. А какое у тебя там имя было, там пацаны как кричали? Давай оставим это секретом. Слушай, натуре секрет. Тот человек умер, здесь Купер. Понял, короче, но полюбил. Смотри, я тебе скажу так, мы не очень с тобой ладили. Да ладно. У вас и с цифрой красивой, да, начиналось? Нет, я не люблю цифры, имена вообще не люблю. Нет, не имя, группа, компания. Я в группе риски. Компании не состоял. А, тогда у меня там со всеми, отвечаю, ровно было. Не согласен. Ровно-ровно жил. Спокойно не тужил. Можешь у людей спросить, у местных даже. Ну голос твой прямо знакомый, прямо. Конечно, чистил, знакомый, прямо. Ты меня и по телевизору видел, наверное. Возможно. Как бы, пацаны, говорю, контакты налаживаем, все дела, все четко, ровно. О, басота сидит, ждет, прикинь, думали, все, блядь, пропал пацан, наверное. Он, видели, пацаны, на первый бабло сколоченное, смотри, какую ляльку себе взяли. Как ваша, короче, только коралловый цвет от Ашота, короче. Что такое, блядь, случилось нафиг? Согласись, красавчик. Черный интереснее. Не, черный интереснее, понимаешь? Блять, а так доверие к пацанам мешает, типа, к этим зашкваренным, типа, блядь, туда-си, туда-си, типа, блядь, смотрят, типа, коралловый машина, типа, можно это, дела иметь с человеком. А тут опа-хопа, неждан. Нихуя добра не понимаете, нафиг. Если этот, пойдешь еще на экстрема, там вредину передай большой-большой привет и всей группировке ее, если они там еще остались. Нет, а что с ними случилось? Давно ж меня там не было. А, подожди, им привет в хорошем плане передать или в плохом? В плохом, конечно. Ну, так-то, если что, я с ними так-то ругался, братан. Тони с таким пацаном, помнишь же, знаешь, да? Базарин. Еще раз я тебя прослушал. А? Говорю, я тебя прослушал немножко, у меня тут сын параллельная линия. Но я тебе говорю, это с Тони там, блядь, я же там кусался же в свое время, как бы, с Ионом. Как бы... Потом конфликт как бы свели, да, потом не... на нет, ну и как бы все приспокоилось, они там реструктуризовались, короче, типа там начальство подменилось, короче, там, ну типа смена власти произошла, короче, одни кинули, других подсидели, пацаны, короче, двинулись такие самые движниковые вперед. Вот. Так что как бы там вот так произошло, теперь они называются AMC. Ты же там кричал-то больше всех, твоего друга... Никогда же они стали AMC называться. Уже месяца, наверное, два тому назад, если не больше. Я ж там старый, блядь, жук уже, блядь, сколько? Больше полугода живу, прописан. Чё, надо, короче, зайти посмотреть, блядь, чё там у вас изменилось-то? Чё говоришь? Говорю, надо будет приехать посмотреть, что у вас там изменилось. А так тебя там чё, это, билет в Пермь выписало или это?
Типа открой. Так чисто в отпуск. Нет. Так чисто в отпуск отправил.